Современные технологии не только облегчают нашу жизнь, но и делают образовательный процесс занимательным и наглядным. Как десногорские дети осваивают мир с помощью инноваций, расскажем далее. На смену обычному глобусу приходит глобус интерактивный. На смену плоским картинкам в бумажном учебнике – телефон, благодаря которому они оживают. Нам может рассказать робот все. Она может вызвать робота, который нам расскажет все про эту планету. Отлично. А еще что мы можем там увидеть? Мы можем посмотреть, сколько слоев. Слоев? Из чего же сделана эта планета? Теперь дети познают мир с помощью образовательных приложений. Благодаря им можно увидеть торнадо на стенах класса и летающего под потолком орла, изучить Вселенную и даже встретить рассвет на всех планетах Солнечной системы. Такая насыщенная программа ждала воспитанников детского сада «Мишутка» 21 января. Здесь с 2019 года в приоритете научно-техническое развитие детей. Инженерное мышление свойственно для ребенка-дошкольника, потому что именно в этом возрасте он познает окружающий мир. В нашем центре открытия мы пытаемся развить у детей нестандартный тип мышления. И дети начинают понимать, что любая идея может претвориться в настоящий проект с конкретным конечным результатом. В рамках занятия по исследованию Солнечной системы дети составляли маршрут для межпланетных путешествий, используя для этого интерактивный глобус и доску, карту звездного неба. Сами лепили макет Солнечной системы, программировали Микибота из цифровой STEAM-лаборатории. Подадим сигнал, подожди, сигнал, и запускаем. Отлично, мы привезли наших туристов, делаем сброс. В развивающем центре открытия дети изучают робототехнику и азы программирования, занимаются в цифровой лаборатории. А с 2021 года осваивают мультипликацию и STEAM-технологии. Такой подход в образовании помогает детям сочетать теорию и практику, смотреть на мир глобально и замечать закономерности в разных сферах. Ксения Лошкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.